Хавьер Фернандес, испанец, любимец публики, вне зависимости от того, где выступает этот еще совсем юный, 19-летний молодой человек. Тренер Николай Морон. Ну и я думаю, что вы прекрасно узнали первые аккорды этой мелодии. Музыка, которая знакома людям старше 25 с самого детства. Саундтрек к мультфильму «Ну, погоди, история любви». Исполнением своей программы Фернандес, что даже не удержался на льду. Что ж такое происходит с спортсменом? Так вроде бы бодро начал. То есть сейчас пошла мелодия «Ну, погоди». Это была просто история любви без привязки к нашему любимому мультфильму. Определенно что-то случилось с испанцем, во всяком случае у меня именно такое впечатление. Но мне не показалось, что он падал специально, хотя улыбается Николай Морозов. Но...